Здравствуйте, друзья! С вами новый выпуск Sport Time, и мы отправились на финал 4 Кубка Украины по баскетболу. 4 команды, 3 игры, 2 игровых дня. И вы первыми узнаете, кто поднимет кубок над своей головой в новом выпуске нашей программы. В финале 4 Кубка Украины по баскетболу встретятся 4 команды. Соответственно, действующий чемпион «Химик» из Южного, одесская «Бипа», днепропетровский «Днепр» и хозяева площадки «Киевский Будивельник». «Химик» перед тем, как попасть в полуфинал, встретился с аматорской командой «МАУП», а потом в двухматчевом противостоянии победил команду из Николаева. Второй парой грядущего финала 4 являются «Киевский Будивельник» и одесская «Бипа». Если говорить про хозяев турнира «Киевский Будивельник», то ребята на своем пути к финалу 4 сначала в очень сложной борьбе одолели кременчугский «Кремень», победив его лишь здесь, в домашних стенах. Но потом дважды были сильнее команды из Запорожья. Одесситы же в первом раунде справились со вторым составом «Химика», а во втором раунде одолели на домашней арене «Кривбас». Второго матча не состоялось, потому что «Кривбас» снялся со всех турниров. Новый сезон, все готово, и пора открыть вам первый маленький секрет нового сезона. В Sport Time появится новая ведущая. Кто именно, вы узнаете вот в этом выпуске. Поэтому следите за мной, следите за микрофоном. Брия, я устала носить твои вещи. Собственно... Я хочу быть ведущей. Собственно, Соня, новая ведущая Sport Time. Почему ты мне об этом не сказал? Потому что в нашем деле главная импровизация. Это все не важно. Вот вы думаете, спорт это только для мальчиков? Пишите свои варианты в комментариях. За кого болеешь? Вообще за Будивельник, а сейчас болею за Днепро. Давно болеешь? Я первый раз пошел, я не помню, я просто, два года назад болел за Будивельник, начал. Химик на себя не был похож. И очевидно, что Химик сильнее Днепра в 2 раза. Но почему сегодня Химик не играл, это я уже вам не могу сказать. Любите спорт, смотрите Sport Time. С вами были Соня, Андрей, КПИ ТВ. До встречи! Увидимся в финале!